Итак, всем здрасте нафиг. Речь в сегодняшнем видео пойдет о двух проектах по заработку криптовалюты на собственном оборудовании, на собственном железе. Рассматривать мы сегодня будем два проекта. Это Monergate, всем известный, и менее известный, но все же известный, это Cryptex. Сравнивать мы их будем путем плюсирования и минусирования каждого проекта. Итак, давайте разберем сначала Monergate. Ну, те, кто о нем знает все, в общем-то, может эту часть видео пропустить, как говорится, без сопливых склизка. Значит, что хорошего в Monergate? Ну, я всегда говорил об этом и пока что буду повторять, пока, конечно, не изменится ситуация, что Monergate лучший на сегодняшний день ресурс и пул по заработку криптовалюты Bitcoin. То есть... Чему, в общем-то, подтверждает вот эти две надписи. То есть мировой пул в хэшах составляет 3495 мегахэш, а пул Monergate практически 35% от мирового пула. Это очень хорошо. Майнеры, которые майнят давно, знают, что к чему и от чего, мне не дадут соврать. Значит, что еще хорошего на Monergate? Ну, разумеется, хорошая у них утилита. Утилита у них шикарная, ребят. Значит, чем она шикарна? Шикарна тем, что она позволяет очень тонко настраивать майнинг своего компьютера, дабы он сам, то бишь майнинг, не мешал вашей работе за тем же самым компьютером. Сори за тавтологию. В чем это выражается? Ну, во-первых, я уже вот показал, значит, тонкие настройки CPU майнинга, то есть майнинга на процессоре, то есть выбор ядер в зависимости, то есть ручной выбор ядер. Дальше, отключил. Значит, дальше тонкие настройки GPU майнинга, то бишь майнинга на видеокарте от 1 до 4 степеней интенсивности, что, кстати, тоже позволяет и майнить, и играть, и заниматься какой-то другой работой. Это, честно говоря, ребят, шикарно. Я вот, честно говоря, пока лучшие утилиты для майнинга на собственном оборудовании я не видел. Может, есть, конечно. Если есть, подскажите, позырим с удовольствием. Значит, теперь какой еще плюс? Monergate из-за того, что на нем можно майнить биткоин, он позволяет майнить на слабых системах, на слабеньких ноутбуках, десктопах, то есть компьютерах, которые не отличаются огромной прытью. Но в принципе и не надо ждать от них, в общем-то, этой прыти. Почему позволяет? Ну, в общем-то, все позволяют. Только в Monergate это чем хорошо? Можно майнить тот же самый байткоин. Да, он здесь майнится хорошо и на слабых системах в том числе. Но криптовалюта хороша тем, что она постоянно дорожает. Уж не знаю, насколько это все долго, но пока что она дорожает. И если вы майните на слабой системе там, свои там, 500 тех самых байткоинов, кто вам сказал, что через какое-то время эти 500 байткоинов не превратятся в 500 американских рублей, то есть долларов, да? То есть может такой быть вариант, да запросто. Хотя, ну, судя по количеству байткоинов, я бы, конечно, этого не ждал, но так как вот за последний год Bitcoin сделал просто сумасшедший рывок, даже обогнал Dogecoin. Ну, кто занимается криптовалютой, опять же таки, мне не даст соврать. Все это видели. Теперь, что касается минусов. Значит, минус здесь один, но он, я считаю, громадный. Да? Он, считаю, громадный. Это огромная сумма комиссии за транзакцию, особенно на таких валютах, как Monero, Zcash и... Даже не один, а два минуса. Ну и на эфириум, и эфириум классик. Здесь, ну, эфириум классик не так, а на эфириум большая, значит. На Monero здесь аж 2 миллиона сумма, скажем так, платы за транзакцию, за перевод. Это, честно говоря, ребята, до хрена. Я об этом говорил уже неоднократно, но вот повторю вновь. Дальше. Что еще плохого в Monergate? Это огромная сумма накоплений, то есть минимальная сумма вывода, другим языком говоря, выражаясь, блядь. Она действительно здесь сумасшедшая. По сравнению с другими проектами, то есть она в 10 раз больше. То есть на том же самом XMR Monero она составляет 10 миллионов. То есть, другими словами, нормальному человеку со слабой системой Monero не помайнить. Почему? Да, блин, потому что будете, блядь, майнить, я не знаю, до третьего пришествия. Второго еще не было, к слову.
То есть здесь мало того, что на пул он не так себе. Вот вы, кстати говоря, можете обратить внимание. Пул здесь всего где-то не такой уж и большой по сравнению с мировым, да. Значит, но в принципе он такой усредненный. Но вот в принципе вот эти вот все минусы, которые относятся к выводам и минимальной суммы вывода, они, конечно, здорово бьют, особенно по тем, у кого не фермы, а слабенькие компьютера. Ну, вы меня поняли, я надеюсь. Так что как-то вот так. Ну, надеюсь, я про Monergate все рассказал. То, что Monergate позволяет майнить на Windows и 32, и 64, я думаю, вы без меня не знаете. Если не знали, вот вам информация. Да, вот еще забыл сказать. Bitcoin Gold собирается Monergate открывать пул Bitcoin Gold. Да? Пока еще тишина. То есть, как я говорил в предыдущем видео, Bitcoin Gold – это очередная, скажем так, валюта, выделяемая биткоином при его форке. То есть, здесь людям не понравилось, что я назвал Bitcoin Gold выкидышем биткоина. Ну вот, исправляюсь. Хотя, ну, если так подумать, а так оно и есть. В общем, как-то вот так. Теперича, не то что давеча. Следующий проект Cryptex. Значит, что касается Cryptex, значит, плюс пока здесь я нашел для себя один. Это очень-очень информативный их личный кабинет. Значит, дальше возможность вывода на многие, скажем так, кошельки, в том числе и на Kiwi в рублевом эквиваленте. Это очень выгодно и очень удобно, кстати. То есть и очень быстро. Значит, минимальная сумма вывода здесь в российских рублях 100 рублей. Значит, у кого другая валюта, пересчитайте. Также можно вывести в биткоинах. То есть возможность вывода в биткоинах тоже как бы есть. Теперь, что касаемо транзакций по поводу вывода в биткоинах. Ребят, пока ничего сказать не могу. Еще не выводил. Дальше. Что касаемо плюсов, к сожалению, закончились. Теперь, что касаемо минусов. Сейчас мы сделаем проще. Я Monergate пока что выключу. И мы с вами запустим Cryptex. Сейчас запустим Cryptex, он запустится. Значит, вот так выглядит утилита Cryptex. Значит, настроек тонких здесь практически нет. На слабых системах майнить. В общем, довольно-таки сложно и проблематично. К сожалению, я вам не могу сейчас показать. У меня нету сейчас возможности показать на слабой системе, потому что у меня сейчас ее просто нет под рукой. Но поверьте на слово, значит, пробовал ее Radeon Stan. И он пробовал ее на своем слабеньком ноутбуке и сказал, что там вообще неинтересно, у него что там какие-то копейки в день. То есть вот на моей системе, даже в слабом режиме, показывают примерно 1000 рублей в месяц доход. Ну, тут плюс-минус, как говорится, трамвайная остановка. Мне еще интересно на моей системе майнить. То есть на более слабых системах майнить, конечно, на Cryptex совсем неинтересно. То есть это что касаемо минусов. Дальше. Про настройки. Настройки здесь совершенно элементарные. Значит, использовать процессор, использовать легкий режим. Значит, легкий режим используется для того, когда вы работаете за компьютером. Значит, переход в полный режим. Видите, вы можете выставить либо никогда, либо через 15, либо через 5. Ну, у меня стоит 5 минут для, значит, перехода в легкий режим. К слову, я только начал пользоваться этим сервисом. Честно говоря, еще с него не выводил. Здесь были видео про то, что это скам и т.д. и т.п. Но я находил видео более и позднее, то есть сентябрьский, где люди выводили с него на Kiwi кошелек там по 100 рублей, и все нормально. То есть, ну, как-то вот так. То есть, ребята, смотрите, ситуация в следующем. То есть, если взять вот эти два проекта, то для Cryptex более подходит для людей, которые, как говорится, хотят майнить и сразу выводить и скапливать.
То есть, чем хорошо? Ну, как я уже сказал, вывод на Kiwi кошелек и на другие проекты в рублевом или в биткоиновом эквиваленте. Это очень удобно, здорово и быстро. Дальше. Cryptex, в принципе, он очень простой. Это его плюс. Но огромный минус того, что он из-за того, что у него, во-первых, нет тонких настроек, а во-вторых, он как бы не приветствует слабые системы, майнить на слабых системах на нем ну неинтересно вообще. Поэтому, ребята, те, кто со слабыми системами, в общем-то, вообще не рассматривайте этот проект. Ну, вам будет неинтересно. Можете ради интереса скачать утилиту, запустить бенчмарк, посмотреть, что там у вас выйдет. Если вас устроит, пожалуйста. Но, как правило, нет. Для вас лучше, конечно, Manergate. Manergate и биткоин. Байткоин, прошу прощения. Байткоин, как я уже сказал, будет вам майниться приятно, красиво. То есть вы увидите, по крайней мере, какой-то профит, какое-то движение в вашем майнинге. На остальных валютах, к сожалению, этого может не произойти. То есть это как бы вас расстроит, ну, с психологической точки зрения. Ну, как-то вот так. Надеюсь, я сегодня вам рассказал про все, что хотел рассказать. И я надеюсь, что вопросов не осталось. Если, конечно, вопросы остались, вы без труда их можете написать в комментариях. Также хочу напомнить тем, кто не успел подписаться по какой-либо причине на канал, еще могут пока реабилитироваться, нажав красный прямоугольничек в правом нижнем углу под видео с надписью «Подписаться». Не забывайте оценивать видео. Про вопрос в комментариях я сказал. Что касаемо проектов, которые вы мне прислали, выпущу, наверное, скорее всего, в следующем видео. Все-таки мы решили, здесь люди сказали, ну, скажем так, мнений было немного, но одно мнение меня, скажем так, сподвигло на продолжение этой темы, потому что человек написал, а если не вы, то кто? Ну, я так понимаю, что больше никто этой фигней не занимается. Ну, значит, будем потихонечку вам помогать, ребят. Делитесь своими новыми проектами, помогайте друг другу зарабатывать в интернете. Я буду по мере возможности, по мере, скажем так, своего свободного времени, буду выпускать подобные видео. Значит, единственное, что я подумал, скорее всего, я буду рассматривать не все проекты, а проекты те, которые, в принципе, дают возможность все-таки какого-то заработка, маломальского, скажем так. Некоторые проекты, к сожалению, наверное, рассматривать не буду. И еще, значит, что хотел сказать. Ребята, это важно. Значит, старайтесь присылать проекты те, которые платят. То есть проекты, с которых вы что-то выводили уже. Понимаете, да? То есть, чтобы люди не тратили время. Ну, наверное, как-то вот так. А на сегодня и все. Всем пока нафиг.